Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барк, и сегодня будем проводить жеребьевку для второго раунда турнира гладиаторов по Первому Риму. Как это у нас будет происходить? 16 фракций, 16 игроков, соответственно. Диапазон чисел от 1 до 16, и цифра равно фракция. Все просто, но так как здесь у нас не хватает двух игроков, фракции, которые выпадут игроку 15 и 16, они будут резервные, да, и игрок, зарегистрировавшийся на турнир, соответственно, получит ту фракцию, которая выпадет в результате жеребьевки, собственно говоря. Ну, либо администратор сам примет какое-то решение, рандомным образом раскинет им фракции или что-то наподобие этого. Итак, первый игрок у нас, который зарегистрировался на турнир, это Недин, то есть клана Хос. У него была в первом раунде фракция Македония. Смотрим, что ему достается сейчас. Фракция номер 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Карфаген. Я поставлю просто циферку 6. Администратор турнира Троян уже дальше сам определит фракцию, потому что я могу ошибиться, неправильно посчитать или что-то еще. Бич. Он играл за Красный Рим. Посмотрим, что ему достанется сейчас. Фракция под номером 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Парфия. Бич получает Парфию. Сохраняем. Дальше у нас Battle of Armenia из клана HL. Смотрим, что ему достается. Восьмая фракция. Это у нас Армения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, все правильно. Армения достается Battle of Armenia. Вот такие вот случайности, они меня просто поражают и прикалывают. Сохраняемся, идем дальше. У нас следующий игрок — это Нермин из клана EOF. Смотрим, что достается ему. Фракция под номером 3. Понт. Ставим троечку. До этого Нермин играл в Фракии. Сохраняем. Дальше у нас идет Иллириан Принц, клан Покемоны. До этого он играл в Империи Селевкидов. Смотрим, что достанется ему сейчас. Фракция номер 16. Это Испания. Так, 16. Испания. Сохраняем. Запись у меня идет, да, все нормально. Дальше у нас идет Люк из клана Хос. Смотрим, что достанется ему. Десятая фракция, до этого он играл Египтом. Десятая фракция у нас получается 16, 15, 14, 13, 12, 11. Греческие города, что ли, получается? Ну вот, 10, давайте дадим десяточку. Люку 10. Сохраняем. Дальше у нас Zero из клана РВ. Генерируем, получаем десятку. Десятка у нас уже была. Генерируем дальше, получаем двоечку. Это у нас Британия. Везет на варвара Zero. Напомню, он играл за Германию. Так, двоечка, да. Сохраняем. Троян из клана Барт, администратор турнира, он играл с кифами. Посмотрим, что ему достанется сейчас. Фракция под номером 13, 16, 15, 14, 13, Фракия. Ну что ж, Троян. Надо было вводить лимит, чтобы нельзя было играть два раза подряд варварскими фракциями. Так, 13. Ставим циферку 13 напротив ника. Сохраняем. Дальше у нас идет Дауд из клана Кох. Дауд как-то не очень удачно играл в первом раунде. Надеюсь, что он соберется и начнет показывать свою игру во втором раунде уже. Так, Дауд, генерируем, получаем 12-ю циферку. 16, 15, 14, 13, 12, Германия вроде бы, да? 12 у нас не было, давайте проверим. Вроде бы как не было. И ставим циферку 12.
Ставим циферку 12, сохраняем. Дальше у нас идет The Crazy Tiggy с клана Биа. Смотрим, что выпадет ему. 13-я фракция уже была. Еще раз генерируем. 12-я была. Еще раз генерируем. 16-я была. 9-я фракция. 9-я. Парфия. Раз, два, три, четыре. А, не, девятка была у бича уже. Смотрим, 14-я фракция, блин, 16, 15, 14, ну мидия, 14-я у нас уже не было еще, не было, 14-я фракция, ну тик, что поделаешь, не получается мне дать тебе нормальные фракции, дружище. Ставим циферку 14, 14 не было, да, до этого? Не было вроде. Дальше у нас идет Букли из клана Кухай. До этого у него была парфия. Не совсем удачно он выступил. Посмотрим, что ему достанется сейчас. Двоечка — это бриты. Они у Зеро. Смотрим дальше. Восьмерочка. Она у Battle of Armenia. Дальше 13-я цифра. Она у Трояна. Двоечка была. 14 у Тига. 8 была, шестерка была, двойка была, 14 было, 7 вроде бы как не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Македония. Букле достается Македония. Ставим семерочку. И сохраняем. Следующий у нас легендарный игрок легендарного клана Brothers in Arms под ником Гамиликара. До этого он играл в Испании, занял 3-4 место. Смотрим, что достанется сейчас. Достается 12-я фракция, которая уже была. Смотрим, что дальше. 4 выпадает. 4 у нас не было. И это Империя Селевкидов. Просто я счастлив. 6, 9, 8, 3, 16, 10, четверочки не было. Империя Селевкидов. Замечательно. Буду нагибать. Сохраняем. Так, и дальше у нас идет Дегдер из клана Хос. До этого он играл Армении. Посмотрим, что достанется ему сейчас. Генерируем, получаем 5. 5 не было. Это Рим. Ставим Рим. Сохраняем. И последний в списке из на данный момент принимающих участие в турнире игроков — это Земля из крана. Ну, в принципе, из крана, но, вернее говорить, из клана РВ. Давайте посмотрим, что ему достанет. До этого он играл, кстати, понтом. Генерируем, получаем 11 до этого не было. И это Скифия. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11 циферка. Что ж можно здесь сказать? Сохраняем. У нас остался Египет. Никому он не достался. И никому у нас не досталась еще одна какая-то фракция. Дакия, по-моему, да? Так что, друзья, спешите, регистрируйтесь на турнир. Возможно, получите Египет, возможно, Дакию. Давайте сделаем так. Оставшимся двум игрокам тоже отдадим оставшиеся фракции. Соответственно, даем диапазон от 1 до 2. Соответственно, единица — это у нас Египет. 15 — это у нас, ну, двоечка — это, соответственно, Дакия. И 15 место у нас получает фракцию Дакия. Дакия 15 пишем здесь. И, соответственно, тот, кто реагируется на турнир последний, получит Египет. Но я думаю, что, Илья, будет правильно, если вот
игроки, которые будут двигаться, рандомно мы им тоже раскинем одну из этих двух фракций, потому что я не думаю, что кто-нибудь зарегается 15-м, если ему сулит судьба играть Даки. Что ж, друзья мои, спасибо за внимание. С вами был Гамиль Карбарко. Всем большой удачи на Гладиаторе. Увидимся. Бай-бай.